Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить салат, который называется «Черная красавица». Если вам интересно, как он готовится, оставайтесь со мной, приготовим его вместе. Итак, что же нам для этого салата понадобится? Одна сырая морковка, чуть больше средней, 2 зубчика чеснока, сыра грамм 100, 2 средние отварные свеклы, чернослива грамм 50-70, изюма грамм 50-70 и майонез. Приступаем. Свеклу натираем на крупной терке. Если у вас чернослив с косточками, убираем косточки и нарезаем его мелко. Выкладываем чернослив к свекле, добавляем майонез и все хорошо перемешиваем. Выкладываем свеклу первым слоем. Морковь натираем на средней терке. К моркови добавляем изюм и майонез. Все хорошо перемешиваем. Не забудьте слой свеклы и морковки немножко присолить. И выкладываем вторым слоем на свеклу. В сыр добавляем пару зубчиков чеснока и майонез. Все хорошо перемешиваем. Выкладываем сверху на морковь. Теперь нам остается немножко украсить салат черносливом. Ну вот и все. Салат готов. Надеюсь, что он порадует не только вас, но и ваших гостей. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!